11 октября. Упокой, Господи, души усопших рабов твоих, раб твоих. Вот где мы ночевали сегодня. Вот здесь стояли под этим деревом. Больше места вчера не нашлось. Утро. Около 7 утра. Тектониди. Проезд имени Тектониди. Вот где мы с тобой ночевали. Крест поставлен. Ладно, нам без разницы, где ночевать. Поспали ровно, хорошо, да. Дальше пойдем гулять. Солнышко встает над горами. Горы все в тумане. В дымке в такой. На той вообще на макушке тучи висят. Даже дождик маленько поморосил, да? Под утро. Утро в Кабардинке началось с добычи еды. Да, вот грушу нашли. Упавшую хорошую. Целый карман орех насобирал грецких. У меня тут вон их сколько. Сейчас будем орехи есть. Вот еще ореховое дерево. Грецкий орех. Гуляем по Кабардинке с утра. Народ еще толком не проснулся. А мы уже орех натрескались. Вернулись обратно в центр, куда вчера приехали на автобусе. Сейчас пойдем гулять. Где-то тут есть дом вверх дном. И старый парк. Вот мы хотели посмотреть это все. Сейчас пойдем попробуем найти этот дом вверх дном. Кабардинский сельский округ. Марьина роща, весь маршрут. Вот около рынка. Вот такой вот памятник тоже стоит. Классный. Фонтан. Монумент памяти репрессированных. 1930, 40 и 50. Фонтан красивый. На вечной памяти славы. Памятник Великой Отечественной войны. А сзади список жителей поселка, погибших во время войны. Сойка прыгает по дереву. Очумелая птица. Свинтила. А, вот он. Ну, все дерево переворошило уже. Ага, вообще не поседа. В общем, с такой навигацией никакого дома вверх дном мы не нашли. Непонятно, где это все есть. Указателей вообще никаких. Куда идти, непонятно. Друзья, мы нашли указатель. Вот. Сейчас пойдем посмотрим. Ура! Первую вещь мы нашли, которую хотели. Вот такой вот дом вверх дном. Прикольно. Вообще прикольно. Идея классная, да, Свет? Такой вот фонтан зачетный.
все располагает к отдыху. Пальмы, белоснежные качели. Земной шар Рома пошел разглядывать. Новосибирск. Вон Кабардинка, вот мы. Да. Интересный шар земной сделан, да? Санкт-Петербург есть. Не нужен мне берег турецкий. И Африка мне не нужна. Как-то все сделано. Города так точно неправильно раскиданы. Ну хоть материки правильные, то ладно. Да, если только материки правильные. Городами беда. Обидно только, что все за забором сделано. А у них все за забором. Любой. Дуб обыкновенный, посажен в середине 19 века жителям села Кабардинка. Воду не пить. Воду не пить, вода техническая. Вот она как. Ну пойдем в старый парк. Вон там еще фонтан есть. Можно туда еще сходить. Хорошо, пока утро. Народу немного. Сойки летают везде. Больно шустро прыгает. Не успеваешь их снимать. Тоже был небольшой фонтанчик, но не работает пока. Дошли вот до реки. Ну вот эта река называется. Река называется Дооб. Рекой это сложно назвать. Ручей грязный весь. Все в мусоре. Кругом мусор. Подходим к еще одной местной достопримечательности. Называется Старый парк. Вот это да. Зафигачено все. Суд Божий, где к чертям попадает. Да? Да, там есть рай и ад, и вот интересно, я забыла. Вообще все стены очень интересно взглядывать. Ну и как думаешь, куда они попадут, в ад или в рай? Все по-разному. Все по-разному, да? А тот, кому это принадлежит? Ну да, вон там вон все платно. Сейчас посмотрим, сколько стоит билет. Ну вот, вам ценник, даже не мной сказанный. Как думаете, можно на такие билеты содержать парк? Старый парк.
как-то мы посмотрели на ценники посещения старый парк и решили, что мы обойдемся без старого парка, ибо на двоих надо 1200 заплатить. 600 рублей билет, да, взрослый. Совсем читание. Очень дорого. И так уже не сезон, а все равно. Морская аллея, тоже какой-то парк, но закрыт. Все позакрыто. Красивый фонтанчик был. Не работает. Ба, какие люди играют на гармошке у прохожих на виду. Старые знакомые. Зая, как тебе Чебурашка с Гиной? Ничего, местные попрошайки с Шерман. А, местные попрошайки. Ну да. Не отстают от местного населения. Гуляем со Светой по набережной в Кабардинке. Уже так достаточно пусто, туристов нету. Юбка. У нас такой дом был, юбка. Вроде в Кабардинке море спокойнее, ветра такого сильного нету, да, как в Новороссийске вчера было. Хотя погода похуже сильно. Ну, тут можно подзарядиться вроде, Свет. Да, точно. Наконец-то мы нашли зарядку. Хе-хе-хе. Может, подзарядимся? Целая Эйфелева башня. Вот так вот бомжуем в Кабардинке со Светой. Она даже ответить ничего не может, ибо рот занят шавермой. Огромнейшей шавермой за 160 рублей. На самом деле мы так наелись, я так вообще даже доесть не смог. А здесь мы заряжаемся. Идет у нас зарядка аппаратуры. Конечно, это надолго. Ну, хоть сколько-то подзаряжаться. Гуляем дальше со Светой по набережной. Все очень красиво. Но вот погодка напрягает. То, что вот так вот все затянуло. Вообще все небо там черное стало. С этой стороны вроде ничего. Но вроде как облака отсюда идут, так что, может быть, растянет, унесет все это. Весь этот мрак на Новороссийск, да, уйдет, наверное. Света даже вон в тужурку залезла, замерзла. Температура была 25, стала 24, Света сразу градусы почувствовала и надела тужурку. Ветер. Рассказывай теперь, ветер. Света отдыхает на качельке. Мы решили еще подзарядиться. Вон этот стоит автомат. Здесь вроде есть где посидеть.
а то мы там на пляже сидели как бомжики. Прямо на бордюре. Здесь вон лавочки есть, все дела. И народу мало. Никто не бродит. Если сегодня не найдем место, то на этот пляж придем, встанем. Здесь вроде бы нормально. Можно палатку поставить, никого нету. Вообще никого нету, классно. Ожидать электрохаляву и решил еще халявно поспать на лавке. Прикольно сидит баклан, крылья раскрыл, ветер ловит, вообще смешно, так и держит крылья, не складывал. К вечеру немного подзарядили аппаратуру. Кстати, чуть-чуть оживили экшн-камеру. Под каким-то там углом, прижатая пауэрбанком, она начала заряжаться. Но, увы, совсем чуть-чуть зарядилась. Пауэрбанк вообще не захотел почему-то заряжаться. Ни одной лампочки не прибавилось. Ну, телефон хотя бы зарядили. И вот нашли на такой поляне, немножко подзагаженной, стоянку. Комар. Комар летает, да? Надо же. Выжил еще. Ну тут тепло, чем мне летать. Все уже. Растительность такая вот пошла, тропическая. Все деревья вьюнами опутаны. Вот так вот все. Тут какая-то территория заброшенная. Ничего нету. А тут какие-то вагончики около пляжа. Я думаю, что никто нам ничего не скажет. Тут никому мы не помешаем. Главное, чтобы нам никто не мешал, да, Свет? Ну, я тоже так думаю. Так что сегодня ночуем тут. Я сходил, искупался уже в море. Вот так вот, друзья, кабардинки. Вечером. Весь пляж наш. Все, через каких-то 15 минут солнышко сядет. Красивый закат. Обалденно просто смотрится все. Здесь какой-то отель строится. Новый. Вот так вот обалденно все. Такое вот место сегодня нашли. Пустое, никого нет. О, кстати, зарядка. Сейчас проверим, работает она или нет. Может быть, завтра еще там телефон подзарядим. Сейчас проверим. Как быстро солнце садится. Вообще моментом уже вон где. Сейчас темнеет моментально.